Вот мы с вами наконец-то пересекаем выход встречающий. Встречающих раньше не допускают. Только здесь длинный коридор. Здесь табличка. Это зал прилета. Внизу под нами на первом этаже, на минус первом этаже, находится зал вылета. Здесь также можно поменять валюту. Курс не сильно разнится, все равно плохой, если в сравнении с городом. Здесь можно что-нибудь узнать про свое путешествие в Китай, если вы прибываете самостоятельно и знаете, куда ехать. Здесь есть банкоматы, можно снять деньги. Здесь также можно пополнить телефон, можно купить сим-карту. И все удобства. Наша с вами задача – выбраться отсюда и выйти на улицу. Ух, жарковато.